Костюм – одежда на особый случай, при условии, если носить его не обязывает дресс-код. Спорт и кэжуал вытеснили деловой стиль на второй план, и новые веяния моды серьезно ударили по производителям классики. В среду Станислав Воскресенский посетил швейную фабрику «Айвенго». Губернатору показали весь процесс от кройки до готовых моделей. Средняя цена мужского костюма в рознице в диапазоне от 6 до 15 тысяч рублей. Все зависит от ткани и сложности работы. Обладаем пошивом по итальянской технологии без клеевой ручной работы. Приезжали специалисты, Брионе нас обучали, поэтому милости просим. Это дорого, наверное. Ну, договорились. Стесняется сказать, сколько стоит. Наверное, очень дорого. Нет, сколько там костюм стоит? Последний, который мы продали костюм в Москву, 60 тысяч. Ну, из дорого, итальянской ткани. Ну, ручной работы. Перевооружение предприятия состоялось в 1997 году французской фирмой. В начале 2000-х компания поставляла свои изделия, помимо российских регионов, в Канаду, Данию и Германию. Сейчас работает только на внутреннем рынке и с Казахстаном. Туда отправляют школьную форму крупными партиями. Покупательский спрос за последнее время сильно упал. Специалисты на скромные зарплаты тоже идут неохотно. Самая главная проблема, которую надо решить, это кадровые. Если есть кадры, тогда, возможно, необходимость будет и приобретение нового оборудования, и увеличение объемов производства, и само по себе повысится производительность труда, потому что каждый человек в процессе, если он организован как конвейер, играет большую роль. В настоящий момент «Айвенго» приглашает на работу специалистов первого уровня – швей, операторов швейного оборудования. Средняя зарплата на предприятии составляет 21 тысячу рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.